Привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами поговорим об автозагарах. Современный мир нам диктует свои правила, тренды. Сейчас модно, чтобы девушка была ухоженной, подтянутой, имела красивый золотистый оттенок загара. И у женщин появляются три альтернативы. Первый – это естественный загар на солнце, что вы наверняка уже знаете. Здорово, но приводит кожу к преждевременному старению. Вторая альтернатива – это солярий. А сейчас пошел просто солярный бум. И опять же таки, что опять поход в солярий вреден, очень сильно вреден, и им пользоваться нужно только в крайних случаях. Почему? Потому что это не только преждевременное старение кожи, но также может вызывать различные заболевания кожи. То же самое, как и загар на солнце. Я вам не открою ничего нового в этом, можете почитать в интернете. И третий вариант – это использование различных автозагаров. Автозагары выпускают уже десятилетия различные косметические компании. И многие отклоняются от автозагаров, потому что раньше автозагары, когда вы наносили на лицо, на тело, могли внезапно вашу кожу проявить в совершенно фантастический какой-нибудь оранжевый оттенок, они могли ложиться пятнами, и, соответственно, вы могли вместо того, чтобы приобрести красивый оттенок, сделать еще хуже себе. Да? Я пользовалась автозагарами достаточно часто, ежегодно приобретая на период весны. Вот, но я боялась пользоваться автозагаром для лица, потому что неизвестно, какой оттенок можно получить. Сейчас вы можете посмотреть на мне оттенок. Сейчас на мне ни грамма нету тонального средства, то есть такой естественный мейкап. Вот, что хочу сказать, мне очень понравился вот этот автозагар. Да? Он произведен в Польше. Здесь его 50 мл. Я очень равномерный загар, легкий, буквально на один тон тонального средства идет оттенок. И самое главное, это абсолютная безвредность. Почему? Что же входит в автозагар, что делает его безвредным? На самом деле я выяснила, почитала, какие компоненты входят. Это в него входит сахарид, производственный компонент от сахарной свеклы или сахарного тростника. Как действует автозагар? Вот этот вот компонент, он проникает в самые, скажем так, вот мертвые слои клеточки, в самый вот тонкий вот этот уровень, и окрашивает белок в течение 3-4 часов. Глубоко к действию автозагара крем не проникает. И такой крем держится на лице где-то 3 дня. А после того, как вы делаете очищение кожи, умываетесь, мертвые клеточки кожи смываются, тем самым обратно вы видите свой натуральный эффект, свой натуральный оттенок лица. То есть с этим кремом у вас не будет преждевременного старения кожи, ваша кожа будет выглядеть ухоженной, молодой и красивой. Что же касается нанесения автозагара, здесь существует определенные правила. Во-первых, перед тем, как наносить автозагары, либо на лицо, на тело, кожу нужно подготовить. Во-первых, хорошо ее увлажнить. Во-вторых, очень хорошо сделать скрабирование кожи, либо спонжиком хорошо очистить, то есть чтобы у нас не было шелушений и мертвых клеточек, чтобы автозагар лег ровно. И далее сейчас я покажу, по каким массажным линиям нужно наносить автозагар на лицо, чтобы у вас равномерно прокрасилась кожа. Мы можем нанести немножечко
за линию роста волос, чтобы у вас не было каких-то случайных кусков, пятен. Обязательно обработайте уши, пройдитесь дальше. За ушками можно тоже поработать, потому что вы можете сделать красивую прическу, подняв волосы наверх, и тем самым, может быть, вы там неровно прокрасите кожу. Наше лицо заканчивается не здесь, а оно заканчивается полностью линией декольте. Поэтому наша задача очень аккуратно, равномерно распределить крем по всей поверхности нашего тела, нашего лица. Я вот так вот набираю, чтобы было удобно. И распределяю. Когда вы наносите на руку, крем уже разогревается, тем самым подготавливает его к нанесению, чтобы он наносился еще более качественно. Прошло 2 часа с того момента, как я нанесла автозагар. Нет, это не лакмус, я не сравниваю с котом. Он у меня беленький. Просто хотела вам его показать, моему кисе уже практически, наверное, 13 или 14 лет. Вот такой он красивый. Вот она скоро. Если вы пользовались этим автозагаром, прошу, напишите в комментариях, оставьте свой отзыв. А также, если видео было полезным, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!